как-то я смотрю вот сюда. Получается, что это срач. То есть, если бы все нормально прибиралось, было бы красиво и ровно. Но ничего не прибирается. Даже невзирая на то, что, в принципе, это центр города. Проспект Металлургов. Основная магистраль. Чего не привести в порядок? Не понимаю, о чем идет речь. То же самое я не понимаю, о чем идет речь, когда мы говорим о кредитах. Ведь все говорят, приходите, берите кредиты, пятое, десятое. Давайте обратим внимание на меня лично. Что такое я лично? У меня нет вообще никаких кредитов. Я все их четко загасил. Все кредиты я четко загасил. У меня нету никаких кредитных долгов. Ну нет, и все. Ну нет. Но все же говорят, иди бери кредиты. Я что-то, может, я тупорылый какой-то, я понятия не имею, о чем идет речь. Но у меня проблемка была, такие вещи случаются, я иногда паспорт теряю. Ну, потерял паспорт в этот раз. То есть получил новый паспорт. Говорю, давайте кредиты. И мне везде говорят, у тебя какие-то большие-большие проблемы. Я говорю, с какими вещами у меня проблемы? Есть единственная проблема с нашей налоговой инспекцией. Благодаря нашей полиции, в смысле ГИБДД, я не могу поставить свою машину нормальную на учет, потому что эта машина со 150 кобылами, все четко проверено, других вариантов не может быть в природе своей, потому что никогда у Форда 5-литровый двигатель не выдавал 239 лошадиных сил. Старый двигатель. Да-да-да, старый двигатель. Не могу связаться. То есть, грубо говоря, за последние 5 лет я этому государству переплачиваю, ну, 17 тысяч каждый год, это для чего непонятно. Хотя, в принципе, этот 5-литровый двигатель, он старый, он мощный. У него крутящий момент, как у дизеля практически, да? Но кобыл-то всего 150. Ну, будем с ними судиться. Это единственная проблема, которая у меня существует. И никто не дает кредиты. Другой вариант – эти дивные два банка. Красивые, ровные. То есть Альфа-банк и Тинькофф. Ну, все самые крутые банки. Просто обосраться. По-другому уже не получается. То есть, если вы взяли денежки у них и потом залезли в кредит, ой-ой-ой, сейчас терпите, вам сейчас будет жестко и красиво. То есть, если в Тинькофф вы летели и не прочитали, вам-то это не нужно, вы думаете, что все хорошо и красиво, вы взяли денежки, рассчитались до следующей зарплаты. Но иногда такое случается, что у нас и с зарплатами тоже проблемки возникают. И вы влетели в кредит. Так вот, в Тинькове вам сразу прилетает 60%. Клево, да? В Альфа-банке вам прилетает 50%. Тоже никем не прописано, но вы должны понимать, что счастье-то полные штаны там не присутствует в природе своей. Я не буду говорить про все остальные банки. Если вы, как банки, должны нам выдавать кредиты, то с какого перепуга проценты-то такие здоровые? Да, 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 господа мои. И мало того, вам всем говорят, ну так сделайте, выдавайте кредиты. Вы говорите, мы вот даем кредиты. Как же, вы не видите нашу рекламу, что ли? Везде и всюду четкая реклама. И еще раз говорю, если мы будем говорить про уровень кредитоспособности россиянина, то он уже закредитован по самые кривые помидоры. Аж не балуйся! Но кредиты вы не даете. Это клево. Я начинаю просто ржать над вами. Потому что если нет, то зачем? Зачем понты? Понты никому не нужны, ни вам, ни мне. Но нету кредитов, да и обойдемся и без них. Сделаем, заработаем. Будет красиво и ровно. И мы в свое время жили так же, в принципе, забыли. Возвращаясь на круги своя. Не каждый 30-летний про это дело-то знает, а сейчас их много. А я как 50-летний скажу, что в свое время были такие штуки под названием кассы взаимопомощи в Советском Союзе. Вы брали деньги, не платя ни копейки. Это был настоящий, качественный результат, от которого мы почему-то, не то что мы обломались, кто-то решил на нас деньги подзаработать. Они заработали, базара нет, таких людей-то немного. Но поверьте мне, все будут падать, как падал и я, естественно. Только когда я падал, я сразу сказал, что, Лешенька, нежели богатый, нефиг начинать. Вот так вот.